Здравствуйте, меня зовут Ольга Найденова, и сегодня я поделюсь с вами женской практикой, как находиться в женском канале и принимать правильные решения, исходя из тех чувств, которые возникают в душе у женщины. И сегодня вся практика посвящается только женщинам, поэтому мужчин попросим выйти в другую комнату. Многие женщины сталкиваются с такими ситуациями, что изнутри возникает очень сильное желание чем-то обладать, чего-то достигнуть. Очень много у нас возникает всяких разных ощущений, желаний. И мы на самом деле очень часто в этом во всем плаваем и теряемся. И данная практика, она помогает из огромного изобилия того выбора, который перед вами раскрывается, выбрать то самое важное в вашей душе, что перед вами стоит. То есть перед вами могут быть несколько вариантов выбора, но вы не можете прислушаться, почувствовать, какой же правильный вариант выбрать и что именно приведет, да, какой путь приведет вас к цели. Данная практика помогает полностью успокоиться, найти внутренний баланс, войти в женский поток и двинуться навстречу своей душе и тому выбору, на который реагирует ваша душа. Что для этого понадобится? Немножко нужно покопаться в своих извилинах и вспомнить некоторые моменты вот прожитого куска жизни, который недавно прошел у вас, и перед вами встал вариант выбора. Либо в данный момент перед вами стоит вариант выбора, и вы не знаете, как правильно поступить. Идти направо или идти прямо. Делать одно или заниматься другим. Женщины, они очень часто занимают себя творчеством и точно так же могут теряться и в аспектах творчества, и даже более какие-то глубокие решения принимать. Поэтому вспомните, пожалуйста, несколько вариантов выбора. Что за выбор перед вами стоит и из чего и что именно вы выбираете. Ну, к примеру, не знаю, может быть, поехать в один город или в другой. Это может быть устраиваться на одну работу или на другую, заниматься одним творчеством или другим. То есть есть несколько вариантов, как вам дальше двигаться. Поэтому, пожалуйста, внутри своего пространства закройте глаза и вспомните эти несколько вариантов. Первый вариант, второй вариант, третий. Какой выбор перед вами стоит? И данная практика начинается с того, что, пожалуйста, сядьте удобно. Работаем мы только с помощью внимания, с помощью своего сознания. Закройте глаза, расслабьтесь. Нам необходимо с вами почувствовать женский поток на себе, на своем теле. Открыть женский канал, канал чувствительности, ощущений, внутренней гармонии, чистоты, спокойствия, творчества. Закройте глаза и настройтесь на свое тело. Почувствуйте свое тело изнутри, почувствуйте свои формы, почувствуйте пустоту внутри тела. Сфокусируйте свое состояние на этих вибрациях, на этих ощущениях. После чего наблюдайте за своим дыханием. Дыхание ровное, спокойное. Настройтесь, пожалуйста, на пространство, которое находится над вашей головой. Сфокусируйте свое внимание на макушке головы. Дыхание спокойное и ровное. Представьте, что яркий бело-розовый поток, цвет белый соединяется с розовым, образует очень такой нежный оттенок приятного розового цвета, свечения. Женский канал, почувствуйте, как энергия очень плавно растекается, розовая, глубоко из космоса, двигается к вашему телу. Энергия успокаивает сознание, успокаивает ваше восприятие,
расслабляет вашу голову. Вы можете даже почувствовать, как ваше тело было до этого напряжено. Вы можете даже почувствовать, как плечи постепенно опускаются. Почувствовать, как руки наливаются теплом. Очень приятный теплый поток, розовый, заполняет тело изнутри. Даже если вам кажется, что ваше тело изнутри темного или сероватого оттенка, то вы своим сознанием творите внутри своего пространства чудеса. То есть представьте, что у вас розовый поток. Практика сначала делается на представлениях. Через время усиленной тренировки вы действительно почувствуете, как центр вашего тела, внутрь вашего тела двигается яркий розовый поток. И он действительно всегда существует, но мы не всегда на него обращаем внимание. Этот поток двигается к рукам, животу, ногам. Почувствуйте, как он вас заполняет изнутри. Вы дышите этим потоком, этим женским каналом, свечением. Вдыхаете, выдыхаете этот поток внутри вас. Выдыхаете его наружу, вновь вдыхаете внутрь себя. Вдох, выдох. Потоки струятся, циркулируют внутри вашего тела. Пожалуйста, представьте перед собой первый вариант. Представьте внутри своего сознания, что тот вариант первый, о котором вы думаете, он с вами случился. Ну, допустим, картинку у вас, к примеру, перевыбор вариантов несколько городов, куда поехать, провести время, отдохнуть, познать. И вот вы представляете первый город, как вы попадаете, да, или ваш какой-то вариант, как вы попадаете в этот первый вариант. Вот вы приехали в это место, в эту местность, у вас возникает, вы просто представляете сейчас, у вас возникают какие-то внутренние чувства, ощущения. Комфортно, некомфортно. Запомните свое ощущение. И вам нужно отстраниться, дистанцироваться, выйти на дистанцию от первого варианта. Рядышком стоит второй вариант. Вы точно так же медленно погружаетесь во второй вариант, как будто этот вариант с вами уже случился. Вы приезжаете там во второй город или делаете второй вариант выбора, совершаете. Почувствуйте внутри, как вы себя ощущаете в этом пространстве, в этом варианте. Запомните свои ощущения. И вновь дистанцируйтесь от этого варианта, выйдите из этой позиции. И рядышком стоит, к примеру, третий вариант. Представьте, что третий вариант с вами случился. Какие чувства это вызывает? Эмоции. Представьте более детализированно. Погрузитесь в это состояние. И весь фокус внимания, все свое внимание, все свое сознание, даже просматривая все эти варианты, вы фокусируете только на своем внутреннем чувстве, на своей интуиции, на своих состояниях. Представьте, что вы дистанцировались, отделились, отдалились полностью от этих трех вариантов. Представьте, как из вас, из вашего сердца, двигается розовый поток к первому варианту. Поток розовой, женской силы, поток спокойствия, гармонии, наполненности, понимания, поток интуиции, творчества. Этот розовый поток, наблюдайте за тем, как он двигается к первому варианту. Это может представляться в виде маленькой волны, или частички, или потока движения энергии, или как будто вода двигается к первому варианту. И представьте, что этот розовый поток заполняет первый вариант. И у вас есть связь с первым вариантом.
Представьте, что из вашей души идет поток ко второму варианту и точно так же к третьему. Почувствуйте свое внутреннее ощущение, за какой из вариантов вам некомфортно держаться. Какой-то будет некомфорт создавать, дискомфорт. Ощущение, что этим не нужно заниматься вариантом. Второй вариант отпадет. И поток вернется вам обратно. Из первого не вашего варианта, из второго не вашего варианта. И этот мощный поток двинется в тот самый нужный один вариант, который есть перед вами. Это и будет правильный выбор своего нужного варианта, той нужной позиции, того нужного действия, которое вы перед собой хотите совершить. Именно свое внимание, время, энергию нужно вложить в реализацию данного потока, данного варианта, данной линии жизни, а может даже и выбора своей судьбы, какой надлежит ей быть. Сделайте глубокий вдох, выдох, медленно открывайте глаза и я советую вам прислушиваться к своей душе, успокаивать свое сознание и чувствовать розовый поток. В особенности, если перед вами стоят варианты выбора. Любви вам, терпения, понимания и счастья.